Всем привет! С вами Аня Кононова. Спасибо большое. Собирайте своих новичков по чатам. Сегодня мы будем говорить не только об истории успеха, но и будем разбирать все вам непонятные вопросы в конце вебинара. Сейчас я вам расскажу, какой у нас был этот год, с чего все начиналось и так далее. Спасибо большое. Итак, ну, как вы видите, на фотографии это моя семья. Младшая дочка, нам скоро 5 лет, 4,5 на данный момент годика, да, то есть я вот в розовом платье, да, моя старшая дочка в сером платье от Юдашкина, ну, и муж Антон Кононов. Мы сейчас работаем дома, из дома, через интернет, уже более 3 лет. Муж 2,5 года, я уже 3 года дома через интернет работаю. Так, что-то у меня слайды не хотят. А, вот все, залистались. Ничего страшного, собирайте всех своих дорогих коллег. Что-то после праздника все ленятся ходить на вебинары. А на вебинары надо ходить обязательно. И самое главное, говорить каждому своему новичку, чтобы пришли на вебинар. Итак, история успеха у нас, конечно, я не скажу, что легкая, но очень быстрая. Старт работы и дата регистрации у нас 26.11.2014 года. Вот эти фотографии я как раз делала дома. Сделала их более 50 для того, чтобы помещать на свои рабочие странички, чтобы выглядеть более-менее нормально, хорошо. Да, то есть я накрасилась, причесалась, да, то есть вот мужа в рубашку одела, дочку одела во все светленькое. И вот такую фотосессию мы сделали для того, чтобы начать стартовать работать. То есть 25 числа, когда я уже решила прийти в Фаберлик, первым делом это была вот такая вот домашняя мини-фотосессия, которая дала бы мне потом толчок роста. Вот, ну и 26 числа мы зарегистрировались. На данный момент мы в открытом звании международных и сразу старших международных директоров. Это, конечно, с одной стороны огромный труд, но с другой стороны не только мой труд, но и труд всей нашей дружной, смелой, классной команды. Итак, в компании 15 2017 года мы уже открыли старшего международного директора. Это 21 директорская веточка в первой линии. И групповой объем тогда у нас составил 251 тысяча баллов. Вот такой вот результат. Также хочется похвастаться. Я уже VIP-44 и через 6 каталогов. А с момента, да, вот видите, да, я уже буду серебряным VIP-консультантом. Вот, поэтому, да, жду не дождусь. Итак, давайте же посмотрим. Это год работы Фаберлик. За год работы мы открыли рубинового директора. Это 4 директорские веточки. Я думаю, любишь, да? Ну, спасибо, Анюта, за комплимент большое. Как же все начиналось? Начиналось, конечно же, все с большой неудачи. Я была в другой компании, не знала про возможности бизнеса особо никакие, да, то есть также работала в интернете, ничего не понимала, ни во что не вникала, считала себя самой умной. Ну и год я там просидела, ну, практически на 12% вышла с горем пополам. Вот. И вот так вот потихонечку я решила, что весь дом у меня завален продукцией, строить структуру у меня не получается, и я благополучно ушла из той компании. И буквально через 2 недели мне пишет девушка молоденькая, жалко, что она сейчас уже перестала работать. Вот, она мне предложила Фаберлик. Вот. Даже она, скорее всего, и не знает, какая под ней сейчас здоровенная структура. Вот. Но что делать, что делать? Достучаться до нее мы не смогли, до моей наставницы прямой. Вот. Зовут ее Инна, фамилию уже забыла, к сожалению. Вот. И вот как раз-таки, когда я пришла в первый каталог работы,
Как вы видите, компания 16, я пришла за неделю до конца каталога и сразу же начала регистрировать, рекрутировать. На второй каталог работы мне не хватило, получается, 7-8 баллов до 3%, да, то есть в каталоге номер 1, уже это третий период, я вышла на 6%, каталог номер 2 – 12%, каталог номер 3, 3 каталога подряд на 19%. Ну, у нас на 19% все почему-то сидят подольше, хотя всего лишь 1000, да, разрывчик, но даже вот сейчас статистика на проекте такова, что на 19% много людей сидит. Вот, а потом уже получают сразу драгоценное звание. Не знаю, с чем это связано, но практически у всех так. Да, как вы видите, через 4 месяца с начала работы мы открыли директора. И как раз-таки вот тут вот, сейчас я возьму рисовалочку, чтобы было видно. Вот тут вот мы как раз вот в этом вот каталоге открыли перевод денег на расчетный счет в банке и получили свою первую зарплату 30 тысяч, да, вот видите, 30 тысяч мы уже получали на уровне директора. Вот, и, конечно же, дальше мы уже получали за старшего директора. Вот, потом мы смогли открыть золотого директора. И уже получали, как вы видите, 87 тысяч, да, тут у меня была премия за директора и за старшего директора. И потом, конечно же, 2 каталога на золоте. И ровно на свой первый такой кругленький юбилей, да, что я год в компании, у нас открылся еще один директор, и мы стали рубиновыми директорами. Это, конечно, было просто супер. Я до сих пор вспоминаю, думаю, какой классный подарок от директора для меня. То, что она на мою годовщину, да, работы в компании открыла статус директора, и я стала рубиновым, да, вот. Мы еще раньше смеялись и говорили: ну что, привет, моя старшая, привет, моя серебряная, привет, моя золотая, привет, моя рубиновая, потому что, ну, как бы, да, веточки открываются, и статус растет вверх. Это, конечно, здорово. Вот это, значит, первый год работы. С чего же я начинала? А начинала я с того, что все, наверное, знают, зарегистрировала я 54 человека, и трое из которых, да я четвертая, сделали заказ. Вот, и, конечно же, вот я тогда вышла практически на 3%, да, 92 балла. И потом, как вы видите, с 92 баллов, вот они, да, я скакнула сразу на 517 баллов, а с 517 баллов я скакнула сразу на 1000 баллов, да, то есть вот этот вот перерыв, скачок роста, он был, как вам даже сказать, переосмыслением каким-то, да, вот во мне переосмыслением я понимала, что я что-то делаю не так, что дело во мне, раз у меня много регистраций, никто не делает заказ, что же делать, как же быть. И я начала всех оповещать, и вот с того момента и по сей день я всегда оповещаю всю структуру о подарках, об акциях, о распродажах, о том, что под ними там, может, люди зарегистрированы. Поздравляю всех с процентными уровнями, и бизнес пошел на ура, да, то есть я начала знакомить людей вот с этого уровня, да, то не то, чтобы я каждого регистрирую, обучаю, да, а то, что я их знакомлю между собой, и они уже там дружно растут, общаясь друг с другом, зная, что они, да, то есть, ну, то есть начала не то, чтобы знакомить и только из-за знакомства, а еще из-за того, что я поняла, что просто регистрировать и высылать инструкцию – это мало для того, чтобы люди нас нашли, да, начала работать голосом, да, вот в тот момент, когда через микрофончик я отправляла, что «Здравствуйте, поздравляю вас с регистрацией, сейчас мы с вами найдемся, допустим, в Скайпе, раньше был Скайп, сейчас у нас Телеграм, все сюда переехали, мы сейчас с вами найдемся в Скайпе, я вас добавлю в общий чат». То есть я начала вот так вот с каждым общаться более тепло, каждому рассказывать как бы про подарочки, про все, и вы знаете, намного легче, намного проще стал путь, и намного больше стало
теплого общения в веточках, теплого общения между лидерами, и, конечно же, рост пошел в гору. Вот это самое-самое важное. Всем нам пример, да? Но, вот, конечно, одновременно я с 6% начала вести вебинары. Вебинаров я вела очень много, все, кто пришел немножко пораньше, меня помнят, да, ну, допустим, рубиновый директор Ирина Ткаченко, да, то есть серебряный директор Дашенька Пахильчук, да, то есть они меня все помнят, как я начинала проводить свои первые вебинары, как они ко мне приходили, на вебинарах было там по 3, по 6 человек. Вот, и я открыла, да, то есть все вы знаете, что у нас активный рост закончен, на тот момент я открыла активный рост и вела его одна сама через день по полтора часа практически мы сидели и обучались со всеми, да, то есть я собирала всех, звала всех и всем одновременно проводила, потому что регистраций было много, и я поняла, что каждому в личку я столько много не расскажу, нежели я соберу всех на один вебинар и всем сразу расскажу все, что я хотела бы рассказать. И вот так вот у нас появилась система вебинаров, да, то есть весь год прошлый вы получали по 40 вебинаров абсолютно бесплатных в каталог, но меня там было уже очень мало. Это значит то, что мы уже больше отдыхаем, меньше работаем, да, и мы, конечно же, уже передаем эстафету своим новоиспеченным директорам и драгоценным директорам, да, это уже очень-очень приятно, всем желаю, чтобы у вас за 3 года также все получилось, чтобы вы уже смогли через 3 года больше отдыхать и меньше делать, и видеть, как ваши дорогие коллеги подрастают. Но самое главное из всего, да, чтобы поскорее стать директором, старшим директором, да, это, конечно, рекрутинг. Это очень много рекрутинга. Рекрутинг может быть, вы знаете, различный, да, то есть мы работаем путем сообщений в личку, это самый быстрый способ для роста, это очень быстрый, и этот метод еще любят спамом называть, но я не считаю его спамом, я считаю, что я несу каждому человеку стабильность, каждому человеку я несу возможность стать успешным, богатым и свободным. И для меня, в принципе, никогда спамом это не считалось. Мы не в какой-то там пирамиде, мы работаем в официальной компании. И тут, конечно, сравнивать со спамом то, что мы делаем, для меня это, ну, я никогда, может быть, то, что я в душе чувствовала, что я это ничего плохого не делаю, да, то есть я звала людей только на бизнес, и поэтому и ко мне люди относились хорошо, очень мало грубили и очень хорошо ко мне шли, хорошо ко мне регистрировались. Самое главное, это, конечно, рекрутинг. Если у вас не получается идти по одной регистрации в день, старайтесь увеличивать охват людей, старайтесь, думайте, что у вас не получается, как у вас не получается, но для быстрого роста именно рекрутинг и именно одна регистрация в день. Остальное же все сейчас на данный момент за вас уже делает проект, да, то есть обучение готово, вебинары готовы, ваше дело позвать, познакомиться, навести коммуникацию, познакомить этого человечка, да, с наставниками, добавить своих новоиспеченных новичков во все чаты, в которые нужно добавлять остальные в обучение, они сами у вас пройдут, да, и открывать задания. Вот, в принципе, и все, что нужно для вашего сегодняшнего старта. То есть обычно от наставника на данный момент требуется только моральная поддержка, где-то помощь, может быть, в каких-то сомнениях, да, вот всякие сомнения бывают, некоторые лидеры думают, ой, да я не могу, да у меня не получится, а потом вот им помогаешь это преодолеть, смотришь, а они становятся директорами, старшими директорами, золотыми, серебряными, это, конечно, здорово. Вот, и, конечно же, вот, как вы видите, уже с уровня старшего директора мой муж уволился с работы и начал мне помогать, начал помогать работать. Вот видите, зарплата уже была 36 тысяч каждые 3 недели в месяц, в пересчет на месяц это уже около 50. Вот. И, конечно же, я считала, что его работа нашему бизнесу мешает. Пусть он переходит, пусть он начинает рекрутировать. И вот где-то на второй каталог старшего директора Антон уже где-то вот в
второй, третий каталог, где-то вот эти вот каталоги Антоха уже начал рекрутировать, а я уже вот твердо, вот 10-й каталог 12-й компании уже просто ушла работать со структурой. То есть вот с этого момента я просто работала со структурой, обучала, вела очень много вебинаров и вообще не рекрутировала. Да? То есть вот примерно где-то на третий каталог с момента открытия старшего директора у меня муж уволился. Вот точную дату мы с ним так и не смогли вспомнить. Вот. И трудовую искали, хотели вот прям точную дату посмотреть трудовой, и вот не смогли найти, к сожалению. Вот так вот начиналась наша работа. Постепенно, самое главное, это рекрутинг и обучение и вебинары. В принципе, да, не выделять самых лучших, не выделять самых худших в своей команде, да, то есть у нас нет слабого звена, да, почему? Потому что каждый работает так, как надо ему. То есть вот с первых, как вам сказать, регистрации я научилась уважать каждого человека как вот как личность, да, то есть и это очень важно сейчас и для вас, конечно же, научиться понимать. Как Антон теперь на пенсию пойдет? Ну, не знаю, не знаю, как пойдет, но так-то у него идет стаж, но немножко по-другому. Я тебе потом в личку расскажу, как он идет, вот, потому что это личное. Итак, компания первая, 2016 год. Мы встретили уже в статусе рубинового директора. Потом, значит, мы сразу же, как вы видите, открыли бриллиантового директора. Далее мы уже открыли, получается, элитного директора, национального и старшего национального. Мы в уровне подтвержденного, вот смотрите, элитного директора мы уже вступили в 2000, получается, 17 год. Все это время мы работали, сопровождали, обучали, опекали, заботились. И вот такая вот круговерть, круговерть. Я очень много роликов снимала на YouTube. Вот. Да, Нина, ты права. Я очень много роликов снимала на YouTube. Очень много роликов, как вам даже сказать, снимала и ВКонтакте, и в Одноклассниках грузила, да, то есть старалась наполнять группы, проводила вебинары, записывала записи вебинаров, рассылала их по структуре, да, то есть очень много, честно сказать, ну вот по 8-10 часов в день я минимально работала, и это практически без выходных, вот. Выходные были, но по будням, когда, допустим, с дочкой, дочке был год и два, когда я пришла в команду, да, Фаберлик Онлайн, и мы, ну, вот знаете, на прививку там ее сводить, еще куда-то, вот такие у меня были выходные, то есть мой отдых был, это смена деятельности, а не просто поваляться, телек посмотреть, да, то есть телевизор мы реально не включали месяцами, а потом его уже отдали маме с папой в комнату. Вот, и они уже там его включали, а мы уже даже вообще телевизор перестали смотреть. Вот, и, конечно же, вот таким вот образом мы потихонечку и подобрались к 2017 году в статусе открытого элитного директора. Это, конечно, для нас было незабываемо, это было быстро, так круто, это всего за 2 года работы. И вы знаете, это когда нам начали говорить, что то, что вы делаете, это невозможно, то, что вы делаете, это нереально, тут я столкнулась с огромными сложностями, именно моральными сложностями, когда другие люди, да, с других структур, из других компаний, не только с компании Фаберлик, начали завидовать, начали писать гадости, да, то есть начали говорить, про нас наговаривать, что мы всех переманиваем, мы всех перерегистрируем из Фаберлика, поэтому мы так хорошо растем, начали под нас рыть, копать, что не может быть, что элитный директор за 2 года, такого в компании не бывало ни разу. В общем, мы прошли ряд проверок,
да, и нам потом рассказывали, как мы проверки проходили на перерегистрации, да, что вот мы нам писали в личку, просились, мы отказывали, говорили, что это все по кодексу, потом оказалось, что ого-го. Мы, конечно, были в шоке, но вот через такой вот, как сказать, да, черная такая монета. Конечно же, в статусе элитного директора мы уже купили свою квартиру. Кто-то в поселке говорил: молодцы, можно к вам, а кто-то говорил: о, зажрались, всех обворовали, весь поселок на уши поставили, весь поселок поработили. Да, то есть кто что говорил, это вообще, да, то есть это вот как бы тут есть с одной стороны и взлет, но с другой стороны вот эта вот человеческая зависть, когда ему говоришь, да, все, Елен, проверяли, и когда им говоришь: ну ты зачем завидуешь, ты лучше приди ко мне, я тебя научу, ты будешь столько же зарабатывать, иди-ка ты с тобой свяжешься, в тюрьму посадят, да, то есть, ну, как бы уже такие большие деньги, которые, в которые люди уже не верят, вот, я говорю: ну, приходи, ну, хоть 1030 будешь зарабатывать, и то вроде бы как хорошо, вот, да, ну, и люди начали потом уже приходить, поняли, что я год за годом расту, начали сами ко мне стучаться. Вот, это, конечно, здорово. Это, как вы видите, меня награждает Илья Петров, спикер нашего проекта. Он тогда работал региональным менеджером. Вот. Да, надо, ну вот видите, некоторые не понимают, что они могут делать те же самые действия, что делаем мы, с такими же амбициями, с какими делаем мы, и все получится, понимаете? Просто нужно вот так же, вот вы, допустим, работаете 10 часов в день, что вы делаете? Какие у вас приоритеты? Если приоритеты расставлены правильно, это в первую очередь зарегистрировать, сопроводить и искать следующую регистрацию в первую очередь, да, то тогда да, вы молодцы. А если у вас в первую очередь досмотреть сериал, да, потом порекрутировать, даже если не нашел регистрацию, ну и что, я 20 сообщений там отправил, 2, там, да, все, вы уже понимаете, что кто-то будет быстрее вас расти, вы будете медленнее расти, тех, кто работает и выполняет, да, вот, и... Так, это у нас январь, да, январь мы встретили уже в звании закрытого элитного директора. Февраль мы поехали в форум Новосибирск, и, конечно же, жалко, что видео нет, там у меня своровали мой айфон. Я осталась без телефона до зарплаты, вот, до выплат, да, то есть мы ждали, пока мы получим выплаты, и уже когда уехали в Казань, мы купили телефон, да, вот как раз Леночка со мной приезжала встречаться, Катюша Соцкая приезжала встречаться со мной, да, то есть... И, в принципе, вся наша дружная команда. Аня Бабий тогда была на 19%, потом она директора открыла. Да, и мы с Леной помним, как у нас, как мы считали в номере на коробке маркетинг-план, как мы его разбирали. Да, в такси у нас его, к сожалению, сперли. Вот сам, ну, конечно, сама виновата, торопилась, бац, и нету. Вот. Вот, ну, конечно, самое главное событие, айфон это ерунда, вот. Анна, я хотела сколько? Зарплата или зависит от регистрации? Оксаночка, перефразируйте, пожалуйста, что-то я не поняла. Вот, это, конечно же, Катюша Соцкая. Она не только получила чек со старшим директором, но она еще и получила награду как лучший наставник по групповому приросту. Вот, это, конечно, ну, вы знаете, когда вы своего новичка увидите на сцене, когда ваш новичок уже не новичок, а когда он уже полноценный, крутой директор, вот, вы знаете, это... Ой, я сейчас, наверное, зареву. Вот, потому что это очень приятно, когда ваши директора выходят на сцену, когда ваши новички уже совсем взрослые, да, совсем уже встали на ноги, получают хорошую выплату, сидят дома, они уже не ходят на работу по найму, и ты понимаешь, что вот этот успех, когда вы помогаете другим зарабатывать, вы только тогда хорошо зарабатываете. Вот.
как бы, да, хорошо очень погуляли, съездили мы в экскурсию в феврале. Было очень здорово, холодно, но тепло на душе, если честно. Вот, и мы отличнейше погуляли, нас было много, около 20-30 человек. Леночка, напомни, пожалуйста, сколько нас было. Первый раз я очень много с кем встретилась, вот и Анюта Савельева, и Аленочка Кутерхина, тот, да, и Вова Кипин, он тоже получил тогда чек с серебряным директором. Ага, спасибо. Вот, и, конечно же, это было очень приятно встретиться, повидаться, да. Вот, наверное, вы видите, это вот я там сижу, глаза закрыла, не нашла четче фотографию. Фотографировал Антон, поэтому Антона на этой фотографии нету. Но, если честно, у меня в Одноклассниках на моей родной страничке, если нужно, я вам скину ссылочку, у меня огромные папки, огромные, как даже сказать, количество фотографий, где вы можете реально вот так вот посидеть, полистать, как мы встречались, экскурсия, там экспонаты, потому что мы нанимали реально экскурсовода, который нас возил на микроавтобусе по Новосибирску, да, то есть вот как бы мы не просто так погулять сходили, да, мы сходили, посмотрели все достопримечательности, послушали историю Новосибирска и так далее, и так далее. Да, то есть вот очень было увлекательно, весело, и, конечно, сам форум мне очень понравился. Да, и Ириночка рядышком. Ой, Леночка, меня какая-то Ирина вспоминает. Я была горда, когда вас вызвали на сцену и объявили, за какой срок вы достигли звания. Мои соседки ахнули. Было нас на экскурсии человек 15, да, 15 человек. Да, экскурсия была классная. Не все же коренные новосибчане. Некоторые приезжали издалека в Новосибирск именно к нам повидаться. Вот, все мы жили в одной гостинице. Как мы съезжались, как мы... Да, то есть вот эти первые встречи, как мы... я не знаю, мы с Антохой, мы жили на третьем этаже, и мы раз 15 туда-сюда вниз бегали и спросили, а Лебедева приехала? А Соцкая была? А это была... Бегали, только вспоминали. Только вот вы знаете, ой, вообще так смешно. Антон мне говорит, да сиди, сходишь через полчаса. Я говорю, какие полчаса, вдруг они уже пришли. Ну, практически всех, кто заезжал в гостиницу, кто там поселился, мы встречали как раз уже на ресепшн. Да, то есть мы выглядываем, а все, на ресепшн регистрируется, а наша, а здорово, да, то есть все такие простые, все такие классные, душевные, как мы здорово сидели, ну вообще классно. Середина февраля это было что-то невероятное, потому что это было закрытое звание уже национального директора. Это получение премии «Миллион рублей». Ой, как я была рада этому миллиону. Я 10 раз перезагрузила отчеты, я на него смотрела. Потом он пришел, он очень долго лежал у нас нетронутый, потому что я не верила, что этот миллион наш. Такое ощущение, что мы живем в какой-то сказке. И вот тогда вот почему-то именно в звании национального директора я поняла, сколько я много работаю, и может быть мне стоит отдохнуть. Да, то есть, но вы понимаете, когда вы работаете на обычной работе, где вас заставляют работать, это одно. А тут я работала, росла, росли выплаты, росли директора, поездки, радости, радости. Я не заметила усталости, понимаете, никакой усталости не было. Да? То есть, как говорится, найдите для себя любимую работу, и вы ни дня не будете работать, и вы ни дня не будете уставать. Вот такая ситуация была со мной, когда я видела, как мне лидеры в личку пишут: «Аня, спасибо, я открыла ИП, я получила свою первую зарплату, я сижу дома, я каждые 3 недели получаю выплаты, но это же круто!» И понимаете, когда вас несет, вот уже, да, вы поймали волну, нас вот понесло, тем более муж дома, все дома, честно признаюсь, тогда мы наняли уже нянечку, домработницу к себе домой, это Любочка наша, она до сих пор с нами, до сих пор у нас работает, у нас очень теплая отношения с ней очень хорошие, доверительные. Мы уже, я не знаю, у нас уже нет вот этого вот
Да, то есть персонал, начальник, у нас этого нет, у нас мы с ней вместе и юбилеи отмечаем, мы с ней вместе и за столом обедаем, да, то есть и где-то она мне пожалуется на что-то, где-то я ей пожалуюсь на что-то, да, то есть, ну, уже как подруги, просто каждый месяц плачу зарплату, да, то есть, и, конечно же, да, мы переехали в Киров, мы уже с августа, по-моему, в Кирове, сейчас в истории успеха. Вот, и вы знаете, вот с того момента, конечно, я уже начала больше уделять времени работе, потому что с моим ребенком занимался человек, которого, я ее, кстати, еле к себе переманила, свою нянечку, потому что она работала 6 лет в садике воспитателем. Вот вы представляете, человек уже с таким опытом, с такой закалкой, такая классная, и мы с ней еще всю жизнь в одном подъезде жили. Я на 5-м этаже жила, потом переехала на 3-й в этот же подъезд, а она жила на 1-м этаже. И вот я ее все ходила и доканывала. Приходи ко мне, да приходи ко мне, да я тебе буду хорошо платить, да только, пожалуйста. Я просто знала, что она хороший человек, чистый на руку, очень совестливый, очень терпеливый человек. И в садике ее все хвалили. И вот я все за ней ходила по пятам, чтобы она ко мне пришла. И она все-таки ко мне пришла. И я знала, что любая поездка, что-нибудь, да, я могла на нее оставить ребенка, уехать. И я знала, что с ней ничего не будет. Она мне ее до сих пор, вот за 1,5 года у меня работы, она ее ни разу не простудила, да, то есть, ну, как бы, ну, все здорово, понимаете, очень, как бы, дотошная такая, ну, грубо говоря, вторая мама для моей дочки, это, конечно, здорово. Ну, немножко иногда, честно скажу, ревную, но Вика ее очень любит, целует все время, обнимает, вот, но называет тетя, вот. Поэтому, как бы, да, то есть вот это, конечно, тоже такое событие хорошее у нас в семье, то, что у нас появилась помощница по дому, вот, и она уже у нас 1,5 года в семье. Далее, значит, середина февраля, форум «Казань», получение чека за национального директора и награда за лучший рост в регионе. Также нас наградили там тем, что мы выиграли Доминикану, съездили, ну, в Доминикане мы уже были, да, и также поздравляли Ириночку Тихонову с закрытием директора и Таню Лебедеву тоже с закрытием директора. Татьяна Лебедева – это моя родная сестра, она меня на 11 лет старше, также сейчас живет Мургина с родителями, а мы вот переехали в Киров жить, и сейчас ту мургинскую квартиру мы продаем. Вот, значит, и, конечно же, честно вам скажу, я не знаю, как описать ощущение закрытое звание национального директора, получение премии. Я не знаю, как вам описать эту награду. Я решила вам показать. Пусть это будет маленький кусочек, нечеткий. Это была вырезка с демонстрации с Фейсбука, да, то есть я транслировала вот так вот, как даже сказать, да, с телефона. То есть это не полнообзорная какая-то съемка. Она у нас не очень хорошо получилась. Нам пришлось ее удалить, но я вам лучше покажу вот этот маленький кусочек счастья, и вы поймете вот эти вот чувства, ощущения, вот эти вот овации. Конечно, самое главное, чтобы вы захотели так же. Вы захотели так же. Сейчас, конечно, век роботов, платной рекламы и так далее. Вы очень многого можете добиться даже в разы быстрее, чем мы. И вы знаете, это 100% правда. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, буквально 3 минутки. Наверное, будет эхо. Есть эхо, нету? Так, это Ириночка Николаева с чеком идет. Зажгла сердце своего любимого.
Два пылающих сердца стали стремиться к одной цели, и результат не заставил себя ждать. Эта семейная пара стала самым быстрорастущим лидерами в истории компании Faberlic. И уже в сентябре 2015 года было закрыто звание директора. А дальше, статус за статусом, они приближаются к той цели, которую поставила талантливая и амбициозная девушка. И за короткое время, с сентября 2015 года, закрыли еще 7 новых статусов. И сегодня на этой сцене мы приветствуем национальных директоров Анну и Антона Кононовы. Такими колоссальными темпами, таких невероятных высот. Здравствуйте, очень приятно тут перед вами стоять на этой сцене. И хочется сказать, что ничего особенного делать не нужно, нужно просто верить в свою команду. И каждый лидер, который к вам будет приходить, это ваш будущий директор. Обязательно сразу же, с первых дней, знайте, что к вам приходит команда только директора, и сразу же относитесь к ним по-хорошему, с уважением, и идите с ним рука об руку. Сегодня на этой сцене уже 2 директора получили мои чеки, то есть свои чеки, и я очень горда за них. Я знаю, что скоро все те, кто ко мне пришли, начнут получать чеки на сцене, начнут награждаться, и всем вам этого и желаю тоже. Спасибо вам огромное, моя дорогая команда. Встаньте, пожалуйста. Давайте дружно поприветствуем команду Анны и Антона Кононова. С другой стороны вставали. Нет, речь не репетировала, я не знала, что мне дадут слово. Спасибо, мои дорогие. Я так от себя. За компанию, за веру в наш проект. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон. Без вас не было бы нас. Это ваш звездный час. Национальные директора Анна и Антон Кононовы. Да, и вот как раз-таки это была середина февраля, когда мы получили... Спасибо огромное всем за теплые слова. На самом деле речь реально, я ее так вот просто с неба, потому что мне Елена Кайда спросила, давать ли слово. А я сказала нет, я в шоке от такого поздравления, я его не ожидала. Представляете, песком на весь экран, экран в 5 раз больше, чем мы. И вот это все, мы выходим на сцену под визги, под овации, под свист. И у меня трясутся руки, у меня трясутся коленки, мне вручают этот чек. Спрашивают на ушко, будете ли вы говорить. Я говорю, нет, не буду. А другая-то не слышала об этом. И она, возьми да скажи, скажите что-нибудь. Вот, и вы знаете,
И вот от души просто вышел текст, вот мои чувства, мои ощущения, да, то, что благодарность команде, потому что без них, конечно же, бы нас не было. Как лидера не бывает без команды, и если нет команды, то и нет звания, так ведь? Вот, Светлана, перезайдите, нажмите F5, выключите все лишнее, Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, лишние вкладки, все перезагрузите, может быть, модем, если у вас плохо слышно. Вот, далее, конечно же, Ириночку поздравляли, Танюшу Лебедеву тоже было классно, конечно, это гордость, Ирина Николаева, это уже, как сказать, директор Ирины Тихоновой, да, то есть уже директора идут в поколение, сейчас у нас более 60 директоров в глубину, что тоже очень приятно, вот, далее, значит, конец февраля, это закрытие старшего национального директора, это получение суммы, помимо выплат, 1 250 000, и вот представьте, за 1 февраль нам пришло 2 зарплаты, примерно, так не буду врать, примерно по 250 тысяч, да, две выплаты, и пришел 1 000 000 и 1 250 000. То есть мы получили за один месяц больше 3 000 000 рублей. Вот, и да, и, конечно, это вспомните, я вот эти все ощущения вспоминаю, голос тут тоже задрожит, да, и вот вы представляете, вот как раз на эти 3 миллиона рублей мы, я в дальнейшем расскажу, что мы купили квартиру, но самое смешное, мы ими не могли пользоваться очень долгое время. А, грубо говоря, мы сидели огромное количество дней, я не знаю, ну, меньше месяца, но мы сидели вообще без денег. Причем мы все деньги потратили и рассчитывали, что у нас будет очень даже хорошая безоблачная жизнь, и мы можем жить так, как захотим. Но не тут-то было. Когда за месяц нам перевели более 3 000 000, нас заморозил банк. Нас заморозил банк, и мы сидели, мы не знали, что делать. Конечно, нас тогда выручил Николай, наш наставник, он нам сколько-то перевел денежек. Вот, потребовали договор, и буквально через примерно где-то 1.5 недели нас разморозили. Да, на самом деле в шоке, и у нас главное есть договор на руках, но он же уже как бы нужно сначала туда им выслать. Я подписала этот договор, нужно выслать в Москву, Москва ставит печать, расписывается, и мы приносим это в банк. Вот пока Москва нам отправляла этот договор, да, я им написала прям там вот на скрепочку бумажку, что мы вообще сидим без денег, нас просто заморозили, да, то есть ну, не поверили, что мы честным образом эти деньги зарабатываем. Когда я пришла в банк, да, и вот все вот эти девушки, которые занимаются, да, вот этот весь юридический отдел, они смотрят, говорят, боже мой, у вас на самом деле договор, где вы столько, я говорю, Фаберлик, видите же, что Фаберлик, да как Фаберлик столько платит, вы где их взяли, что вы, говорит, полкомпании продали, что ли, понимаете, они смеялись, они не верили, вот у нас была такая ситуация, да, то есть вот обещала рассказывать не только хорошее, но и, в принципе, всю правду, вот у нас... Ух, как хорошо получилось, я, если честно, в тот момент перенервничала, потому что приехала из Казани и с пустым кошельком, грубо говоря, потому что денег нам не дали и не давали долго, и потом банк нам всю эту сумму перевел. Вот, все было хорошо, вот, значит, у нас Ириночка, она сейчас уже подтвердила уровень старшего директора, Танюша, вот видите, премии по 55 тысяч, ну вот и мне подарили чек 1 000 000, вот мы с ними сфотографировались, конечно, здорово. Далее, также вот победили мы в Доминиканус, нас компания свозила за свой счет, и награда «Лучший рост первой линии по групповому обороту». Тоже здорово, тоже классно, до сих пор эта награда у меня стоит, вот, приятно, приятно, конечно. Вот, и, конечно же, март, как обычно, мы решили переезжать в Киров. Дело в том, что у нас в семье получилась такая беда, но потом оказалось, что это был ошибочный диагноз. Но в начале года нам дочке Викуське поставили страшный диагноз – аутизм. И мы были в таком шоке, мы начали от него лечиться, начали ходить по больницам, да, низкий поклон Оле Дубяге, Оле Пениной за то, что меня подхватили в сложный момент, не дали мне упасть, за то, что прикрыли меня.
Вот, за то, что поняли, как мне тяжело в этот момент было, да, но потом, когда мы прошли ряд процедур, прошли ряд других всяких разных, как вам сказать, обследований, оказалось, что у нас не аутизм, у нас просто из-за кислородного голодания немножечко нам надо подлечиться, поколоть уколы там и так далее, и так далее. То есть аутизмом у нас и не пахло. Вот так вот врачи иногда ошибочно выставляют такие злые диагнозы, которые, от которого я вот реально чуть не умерла тогда, да. То есть, и, конечно же, нам сразу сказали, вам нужен хороший центр, вам нужно развитие, у вас просто идет немножко задержка развития речи, да, то есть задержка развития речи. Но когда нам поставили первый диагноз, если честно, я была ни жива, ни мертва, Антон сидел в скайпе, отвечал на вопросы, я же целый день сидела с ребенком и думала, как такое может быть. Вот, и вот сейчас мы иногда ложимся на обследование, нас лечат, говорят, стало лучше, да, то есть дочка уже ее прорвала, она говорит слова, вот, уже стало все хорошо, уже стало лучше, да, Деносом, как раз Деносом лечимся, и, кстати, мы ходим в хороший платный центр, и там лечат Деносом. Вот это было, конечно, очень приятно, что наша аппаратура такая классная, что прям доктора, да, с диссертациями лечат вот Деносом, вот. И, конечно, сейчас мы очень много ездим по больницам, все, но с такой командой грех не справиться и дальше не работать и быть на плаву. Да, то есть вот, сейчас уже все это миновало, но как бы полгода мы были в таком мандраже, в подвешенном состоянии, вот, если честно, и вот мы это пережили очень тяжело, и единственное, что я поняла, да, что даже если бы у нас и подтвердился этот диагноз, я бы все равно продолжала работать, потому что, считайте, наедине с такой бедой можно было бы просто с ума сойти, согласны, все равно немножко работать, что-то делать, что-то создавать можно было. Было, и я не отчаялась тогда, и как бы и вебинары проводила, и все как бы держалось, вот. Но когда нам сняли диагноз, это, конечно, как камень в сердце. Мне было так легко. Я пришла домой, и вот от врача, и я прыгала по квартире. Мне муж говорит, ты что, с ума сошла? Вот вы знаете, такая вот... Ой, я не знаю даже, как это описать. Вот, ну, немножко, конечно, требуется коррекция, но это уже не то, что это, ну, как бы назначили правильное лечение, и все пошло в гору, да, то есть все, пошли слова, все пошло. Вот, и, конечно же, тогда нам сразу сказали, в Мурыгино таких центров нет, вам нужно переезжать в Киров. И нам как раз вот перечислили вот эту замороженную премию, да, вот эти, вот эту сумму более 3 миллионов рублей. И я сразу сказала, Антоха, мы не будем продавать квартиру в Мурыгино. Говорю, мы с тобой поедем в Киров, а в Мурыгино пусть вроде бы как пока въезжает, живет брат, если он хотел въезжать. Но сейчас он передумал, мы ее уже выставили на продажу. Вот квартиру недавно, месяц назад, да, первую. И во вторую мы уже купили. Мы решили купить квартиру поближе с садиком коррекционным, поближе с центром, куда мы ее возим, да, то есть полностью перебраться в Киров. Для того, чтобы к нам ходили на дом логопеды, дефектологи и все такое прочее. Вот, то есть полностью премию получили, поморгали, потрогали, пооблизывались и отдали за новую квартиру. Вот, и таким образом у нас за 3 года работы с компанией Faberlic появилось уже 2 квартиры. Вот, в принципе, и много поездок в разные страны мира тоже, конечно, они были. Вот, это тут ремонт, как вы видите, там уже обои мы поклеили и так далее. Клеили нам обои, конечно же, мастера. Да, да, и, конечно, кто был рядом, низкий поклон девчонкам, и, конечно, с меня причитается. Я все равно к вам приеду, я все равно вас расцелую, мои дорогие. Вот, и, конечно же, тут же, когда мы уже купили квартиру, когда мы воспряли духом, когда мы поняли, что все хорошо, мы купили вот в марте квартиру и открыли уже статус международного директора, когда на душе легко, новое звание быстро делается, да, вот, и, конечно же, открыли международного директора, нам стали все кругом звонить, Аня, это правда, вы открыли, я говорю, да, мы открыли. Вот, ну, мы его до сих пор еще не подтвердили, да, вот, далее, значит, история заключалась в том, что еще в апреле у нас был корпоратив в Кирове в честь приезда нашего любимого наставника Коли Андрейка.
Это, конечно, здорово. Это было незабываемо. Он к нам приехал. Ну, пожил у нас, по-моему, пару недель. Ну, конечно, мало, но дома как бы его тоже ждут. Вот. И встретились. Приезжала тоже Елена Зиновьева к нам из Екатеринбурга вместе с мужем, привезли нам классные такие подарки, мы немножечко посидели, к нам приходили танцовщицы, да, все, кто был на этом вечере, или кто смотрел фотографии ВКонтакте в Одноклассниках, наверное, помнят, как мы шикарно, классно отдохнули, да, нас было, ну, где-то человек, может быть, не 30, но 25 точно было, вот, отдохнули классно и здорово, да, то есть, конечно же, помогал организовать мероприятие, как обычно, Илья Петров и его драгоценная супруга, они уже не молодожены, но они недавно поженились, Анюта Петрова, вот, она фотограф, первоклассный фотограф, который делает просто великолепные фотографии, которая ездила с нами на ассамблею Фаберлик, вот, и там нам фотографировали, фотографии делала очень классные. И, конечно же, есть клип, но я его сейчас включать уже не буду. Вы его все 100 раз видели. Вот, кто не видел, еще включу. Только не сегодня, да, уже перед каким-либо вебинаром, да, то есть Илья Коновалов еще нам помогал, вот он у нас, да, то есть тоже делает классные клипы, и как раз и Илюша сделал клип нам в Москву, да, который вы сегодня смотрели в начале вебинара. Вот такая вот у нас история была в апреле. Вот. И, конечно же, июль – это съезд элиты Фаберлик в Москве. Сидим мы дома, ничего даже не знаем. И нам говорят, вы через 3 дня вылетаете в Москву на съемку клипа. Проживание, завтрак, все мы вам оплачиваем. Да? То есть проезд все оплатили. Мы, конечно же, быстрее за платьем, за пиджаком, быстрее за рубашкой, быстрее там за всем, да, все это оделись, быстренько в магазинчик съездили и поехали. И вы знаете, вот такой сюрприз классный. Ну, во-первых, это сбор элиты, да, элитные директора, это уже от 9 директоров. Очень классно пообщались, очень круто пообщались, честное слово, я была в таком восторге. Вот, Вальчика, надо искать ссылку на этот клип. Вот, у кого есть возможность, поищите, пожалуйста, ссылку на клип. Вот, был бы Антошка дома, он бы выслал, если бы он сидел на истории успеха. Вот, она у меня на Ютубе в открытом доступе, но уже глубоко. Глубоко, это надо заходить в раздел видео и долго мотать вниз. Вот, как вы видите, тут мы фотографировались с директором Светланой Спиридоновой, да, старший национальный директор в открытом звании, с Марьям Умаровой, международный директор в подтвержденном звании, да, то есть, как вы видите, тут и Иркин Ирбачаев был, да, то есть это наставник у, вот забыла, недавно в Казань приезжал, лекции читал, классный такой мужик, я его очень часто слушаю. Вот, Сейтумер, Руслан Сейтумер. Вот, это наставник у Руслана. Вот, да, то есть далее, значит, элитные, национальные, то есть директора. Вот, тут вместе с нами. И, в принципе, очень хорошо отдохнули. Очень классно отдохнули. А вот на этой фотографии наша любимица, наша вот прям обворожительная женщина, вот так она обычный человек на фотографии, но когда вы с ней встречаетесь живьем, давайте я эту фотографию обведу, это просто невероятный кладезь энергии, этот энергичный, добрый, классный, позитивный человек, да, Сейтумер, вот, и вы знаете, очень были рады с ней пообщаться, она к нам также приходила на вечер. Ой, Катюш, не подскажу, не знаю, к сожалению. Вот, и, конечно, вот так просто нас покатали по Москве, реке, были шикарные ужины, нас классно накормили, нас всех выслушали, да, то есть, и мы очень хорошо, великолепно прям отдохнули там. Ну, считайте, да, классно по Москве, реке. Итак, в августе мы уже заезжаем на новую квартиру, у нас уже все уделано, как вы видите, все шкафы, все поставлено, все решили сделать в белых тонах, более-менее светлых, если обои какие-то темноватые, то мебель вся белая абсолютно, вот, и самое, что ни на есть интересное, дочка тоже поступила работать в Киров, и из-за дочки тоже
Из-за дочки тоже нам как бы и надо было, может быть, и переезжать, да, тут вот как раз мой рабочий кабинет, через которого я веду вебинар сейчас, да, вот это вот мой рабочий кабинет, это вот кухня, вот это игрушки, которые мне подарил Николай Андрейко на новоселье, это комната дочки, тут еще инструменты на тот момент валялись, когда мы фотографировали, да, это коридор у нас, это моя комната, вот это вот моя комната, это комната дочки, а вот это что-то непонятно, чья комната. А, это моя комната. Запуталась, да, то есть мы купили, ну, такую хорошую четырехкомнатную квартиру с двумя балконами, чтобы все было удобно. Итак, далее с вами поехали. Это, конечно же, сентябрь. Опять-таки новое событие. Каждый месяц новое событие. Это приезд на ассамблею директоров Москву гостиный двор. Что было в гостином дворе? Конечно же, встреча директоров, всех директоров проекта, и не только директоров, тех, кто жил недалеко или очень сильно хотел к нам приехать. Кстати, вот эта фотография директоров, которые взяли быстрый старт. Кто их узнал? Кто узнал? Это тут директора, которые взяли быстрый старт и были на встрече. Вот представляете? А, кроме меня. Я быстрый старт не взяла. Угу. Честно. Вот, да, то есть это Валентиночка Щенникова, это Валечка Захарова, Снежана Лоскутова, Ольга Созиева и Евгений Зиновьев. Вот таким вот образом сфотографировались с быстрым стартом. Угу. Снежана, правильно. Вот, это девчонки с Украины, Анюта Атамай, серебряный директор. В общем, встретились мы очень хорошо. Сначала у нас была фотосессия в футболках, потом, ну, эта фотосессия полдня, наверное, длилась. На следующий день у нас уже был вечер, 108 или 106 человек приехало на этот вечер. Мы с вами хорошо посидели, хорошо отдохнули. Потом была ассамблея. Вот, и, конечно, ассамблея была совершенно крутой, она была в гостином дворе, к нам приезжал Меладзе петь, 7 уровней за год, это, ну да, да, конечно, Валь, да, ты права, но, если честно, мне не совсем верится. Вот, значит, ассамблея, конечно же, 3000 участников, это было круто, это было незабываемо, все было полным-полно, куча фотозон, в которых мы даже, если честно, я не смогла пробиться, я уже не захотела пробиваться. И тут на ассамблее меня ждало тоже такое вот, давайте я вам лучше покажу, потому что я была в таком шоке, что это просто не описать. Компания мне, как обычно, приготовила сюрприз, и это было очень приятно. Так, это наше фото с ассамблеей, а вот видео. Видно, слышно? А уже через 14 периодов закрыли статус директора и старшего директора. В 2016 году они движутся от одного звания к другому. Серебряный и золотой директор, рубиновый директор, бриллиантовый директор, элитный директор. 2017 год они начинают в звании национальный директор. И в третьем периоде 2017 года звание старший национальный директор получают Анна и Антон Кононовы. Это путь достойный подражания. Это скорость настоящего развития. Это бизнес на волне успеха. И впереди их ждут новые горизонты. Фаберлик. Твоя модная волна. Новых старших национальных директоров мы приглашаем вице-президента компании Владислава Гаванкова. Это, кстати, снимала видео Светлана Спиридонова. Анна и Антон Кононовы.
Вы представляете, 3000 человек встает, когда вы идете. Это неописуемое чувство, это вообще, это... Я не знаю, как сказать словами, просто представьте себя на нашем месте. И реально не, у нас вот не было слов, и я не могла никак описать, как нас поздравили. Я просто говорила, что это было круто. Все. Да, ну, наверное, все это фотографию эту видели в соцсетях, да. Вот. Вот как раз откуда это фото. Это я спрашивала, можно ли идти. Вот, конечно же, всем желаю нас повторить, обязательно и перегнать, обогнать, для того, чтобы вам выписывали такие же овации на сцене. Это незабываемое просто, это на всю жизнь будет с вами потом. Видели, да, какие невероятные у них результаты за столь короткий срок? И давайте посмотрим на их конкретные результаты. Здесь вот они одни, и вы сейчас их видите. Каждый период присоединял в среднем 184 новичка. Прирост группового объема в баллах составил почти 130%. И я могу вам сказать, что это самый высокий результат среди всех новых званий на сегодня. Ау. Вот так вот мы скатались на ассамблею. Да, обязательно бежите за нами. Я считаю, что это несложно открыть три ветки и рекрутировать, рекрутировать и расти, расти, расти. Потому что, когда я сама прошла этот путь, когда я поняла, что все возможно, то я и в вас верю, обязательно у вас все получится, да. Тем более, что сейчас, вот когда мне девчонки говорят, мне некогда рекрутировать, то я вам скажу, извините меня, но вы баловни. Потому что сейчас есть роботы, сейчас есть все, что хотите для рекрутинга, да, то когда мы начинали, мы все это делали вручную, да, и я не поверю никому, что сейчас рекрутировать намного сложнее, чем было раньше вручную. Нет. Просто лень запустить, может быть, там лень 200 рублей на робота потратить и так далее, и так далее. На мой взгляд, это все легко, на мой взгляд, это все просто, и на мой взгляд, это все повторимо. Потому что, когда Антон рекрутировал, а я обучала, да, что получается? Получается, что сейчас любой робот может заменить ручной рекрутинг, и вы тоже не будете рекрутировать, вы будете просто обучать. И это нужно понимать. Ага, день рождения у меня потом был, самый-самый длинный день рождения. 2 октября день рождения, прошу прощения за опечатку. Наставник, конечно же, наш дорогой наставник подарил мне часы с кристаллами Шваровски. Я была в таком восторге. Это вообще, мне сняли видеоклип, поздравили. Вот это вот цветы от наставника. А вот это вот цветы от Иркина Эрбачаева, он, ой, ну, извиняюсь, да, некрасиво нарисовалась, он мне их в аэропорту прям подарил, вот, и, конечно же, свой день рождения, вот я где встречаю, там же семья Распопова подарила розового зайчика, которого я до сих пор охраняю от своей младшей дочери, скоро, наверное, Тань, сдамся, отдам, ей этот зайчик не жить, не быть нужен, вот. Но он пока стоит на сувенирной полке, я не даю ей его взять. Но у нее прям мечта этим зайцем завладеть. Вот. Да, то есть, как вы видите, мы летим тут с Ириной Ткаченко, недалеко она от нас летела. Здорово, конечно, здорово, вот эти новые впечатления. 11 часов перелета, чартерный рейс, и свой день рождения я встречала в Доминикане. Это, конечно... Ну, вы представляете, что такое подойти, покормить этих же самых павлинов просто так хлебушком с руки, как собачек наших местных? Ну, это вообще... Да, то есть это другой менталитет, это другие люди, это другая обстановка, они там постоянно все
танцуют, поют такие все довольные, классные. Ну и, конечно, это незабываемо в плане того, какую энергетику вы получаете. Да? То есть ехало примерно 400 человек. 400 лидеров, ну там чуть поменьше, 380 с чем-то, лидеров от золота и выше. То есть ниже золота там не было никого. Вы представляете, какая мощь 400 человек от уровня золотого директора, которые выполнили квалификацию. Конечно, есть и те, которые не смогли поехать, да, кто-то в больнице, там у кого-то недавно малыш родился, кто-то беременный и так далее, да, то есть всякое бывает в жизни, многие, конечно, отказались, ну, не многие, но часть людей отказалась ехать, так бы компания сказала, нас бы было бы чуть ли не 500 человек, вы представляете, и это все от уровня золота. Это, ну, вообще здорово, да, то есть в этом году мы уже ездили с людьми из своей команды, не только с наставниками, да, то есть Таня Сафронова, Коля Андрейко, оба были, мы с Антохой были, да, но это все, что мы видели в Шри-Ланке. В Доминикане же уже приезжала Ириночка Ткаченко, рубиновый директор, Райхана Абдурахмонова приезжала, рубиновый директор, да, и Светлана Спиридонова, тогда она была национальным, сейчас она уже старший национальный директор, да, и вот мы уже всей этой толпой гуляли, ходили, все вместе были, и это, конечно, уже здорово понимать, что ваши люди с вами уже начали тоже бесплатно ездить, отдыхать, и это круто, да. Вот, и вот на данный момент моя мечта, конечно, чтобы каждый из вас каждый год ездил в экзотические курорты мира, в пятизвездочные отели бесплатно, потому что вот если не задерживать ваше время, так как мы с вами уже сидим час, то я вам хочу сказать, что обслуживание на уровне, наверное, не 5, а всех 10 звезд, как нам хорошо относились. Да, то есть нас и на катамаране возили, мы там и скакали, прыгали, и на лошадях-то ездили, и ездили, как эта штука называется, кто меня видел на этом прицепе? Вот, ездили вот, да, сколько-то там метров в высоту, вот, летали, и мы летали на, как даже вам сказать, на парашюте над Карибским морем. Ну, это все красиво, это все завораживающе, да, когда вы летите, вода зеленая, небо голубое, пальмочки крошечные, еще к пальмочкам не привыкли, а уже над ними летаете. Ну, это, конечно, все круто, классно, впечатлений до сих пор хоть отбавляй, вот. Ой, а у меня как трогательно. Ой, забыла, вот как называется. Вот надо было записать. Честное слово, я зря я не записала. А, вот, кстати, за уровень старшего национального директора, в принципе, с уровня золотого директора всем дарятся драгоценные значки. Вот я что забыла вам показать. Так вот, с уровня старшего национального директора дарится уже золото, 585-я проба, 5,13 грамм со вставкой бриллиант. Да, вот это вот маленький бриллиантик. Очень плохо видно, я так понимаю, да? Но вот это вот как раз изделие из чистого золота, белое золото, да, как вы видите, и желтое золото, и с бриллиантом. С уровня золота дарится вот простой такой вот, если вот не брать это обрамление, то вот простой ФЛ значочек дарится золотой. С уровня золотого директора с одним бриллиантом, с уровня рубинового директора с двумя бриллиантами, ну и так далее, да. И вот такие вот здоровые значки дарятся уже элитным директорам, ой, не элитным, а национальным, да, то есть национальный такой вот точно золотой значок без бриллианта, а старший национальный уже с одним бриллиантом идет. Ну, круто, круто. Мало того, что дали премию 1 250 000, еще и вот такую штуку классную. Я на нее налюбоваться не могла. Муж говорит, да, я дену. Я говорю, нифига не дам. Пусть лежит, я ее носить, говорю, даже не буду. Как мне приятно, что она у меня есть. Вот. Пока я еще не готова ее носить, я боюсь и потерять, и все такое прочее. И так и до сих пор ни разу никуда не надевала, если честно. Может быть, когда-нибудь отважусь и дену. Коля свою штуку вот такую же круглую носит, украшение, а я почему-то вот храню и переживаю, не дай бог, где что потеряю.
Вот, ну, тяжеленькая такая, да, тяжеленькая уже, да, столько золота. Далее, 27 октября Минск, мы полетели, 29 уже пошли на форум. Конечно же, там нашу Танюшку с уровнем серебряного директора награждали, классно, здорово, круто. Таечку Григорьеву награждали, Катюшку Селиверстрову награждали, Катя Тур, награждали Катю Тур или нет, Юлию Потапенко награждали. Вот, Катю Тур, по-моему, тоже награждали, да, вот, и, конечно же, всей такой дружной командой мы сначала встречались в ресторане, сидели, вот, и потом мы уже пошли на форум, и потом мы уже просто погуляли день по городу немножко с Катюшкой Селиверстовой, погуляли, она нас приютила, было здорово, у нее уютно, у нее два таких классных сорванца мелких, как я люблю деток, вот, и, конечно же, потом все уже поехали в Казань. На Беларусь времени было мало, но спасибо девчонкам за оперативность. Они организовали и стол, они организовали, ну, все организовали. И из аэропорта нас забрали, и в аэропорт нас увезли, и встретили, и отправили, и позаботились, и накормили, и спать уложили. Да, то есть мы не, это, Беларусь – это, наверное, единственная страна, где мы не пользуемся практически такси, да, нас встретят и увезут, и мы не пользуемся услугами гостиниц, да, то есть нас свои берут к себе домой. Очень приятно, очень здорово. Вот поэтому низкий поклон Катюшке, ну и всем девчонкам, которые ко мне приехали. Очень рада, что ко мне приехала Танюшка Русакова, потому что в прошлом году у нас с ней не получилось увидеться. С Олечкой Тарасевич мы видимся второй раз. Много девчонок с кем во второй раз, а вот с серебряным директором в моей структуре мы увиделись первый раз. Я на нее стояла, смотрела издалека, и вот знаете, пока не насмотрелась, я не подошла. Вот почему-то вот так вот у меня получилось. Ну что ж, поехали с вами дальше. Дальше плохо что-то едет. 1 ноября это прилет в Казань, форум в Казани. Там уже у нас много кто получил чеков, много кто получил наград. Это Танюшка Андреева, директор. Николай Андрейко получила старшего директора. Также Коля в Казань приезжал, как вы видите. Нас посадили, всех, кого награждали, посадили за VIP-столики, потому что вызывались на сцену. Тоже так классно, уважительно. Мы получили 4 награды за лучший рост и 5-ю награду за еще раз старшего национального директора. Там для нас танцевала какая-то крутая пара, типа балета, но это, не знаю, какой-то гимнастический был балет, потому что всякие трюки были. Вот, и, конечно, знаете, это очень-очень приятно, когда вас там наградили, и тут я уже думала, мне просто вызовут, просто дадут чек. Нет, это было целое шоу-представление, это был целый танец красивый. Это, ну, я думаю, вы увидите у меня на Ютубе в записи, кто видел, поставьте плюсики, то есть мы делали прямую трансляцию, и очень много кто на этой трансляции был, потом много кто еще посмотрел, я видела там 2 или 3 тысячи просмотров было, да. Если честно, Лен, на самом деле устала. Устала выходить на сцену. Мне бы, конечно, не хотелось бы все это самой выходить. Мне бы хотелось, чтобы один из моих лидеров получил вот за это награду, другой за это, третий за это, четвертый за это. А я бы лучше устала бы цветы к сцене подносить, когда вас встречала. Вот. Я бы хотела устать, конечно же, честное слово, от этого, а не от того, что сама на сцену бегаю. Я уже набегалась, я уже привыкла, честно вам скажу. Больше, конечно же, меня трогает, когда мои люди выходят на сцену. Вот это вот я не могу с собой совладать. Я каждый раз слезы, сопли, каждый раз вот прям столько чувств, ощущений. Мне бы очень хотелось, конечно, вот, понимаете, вот Ирина Николаева пошла на сцену за чеком, и я ору, это моя, вот знаете, вот, я не знаю, как это описать, но это так приятно, это, ой, это прям, ну, ой, здорово. Здорово! Вот. Ну что ж, поехали с вами дальше. Казань, конечно, здорово, конечно, классно. Очень много директоров, с которыми мы недавно познакомились, первый раз увиделись. Очень понравилось общаться с Галиной Сауловой, со Светой Спасиной. Вот. Застенчивые, классные девчонки, добрые такие, приятные. Вот. Огромное спасибо организатору всех наших мероприятий в Казани. Вот, потому что без нее мы бы не справились, к сожалению, опять забыла имя, Султанова,
Мариночка, вот, огромное ей спасибо, потому что она взяла на себя очень много всего, и у нас получился прекрасный вечер у ее знакомых людей в ресторане, причем в таком неплохом ресторане со шведским столом. Мы посидели, все было очень даже хорошо, мы ходили, выбирали все, какие хотим блюда. Итак, ну что ж, это уже практически последний слайд. Вот как вы видите, в компании 18-2016 старший национальный и компания 18-2017 вот международный, и 19-я компания уже открыт старший международный директор, и групповой объем на данный момент составляет у нас 277 тысяч баллов. Как вы видите, по сравнению с прошлым годом мы очень даже хорошо подросли. Это, конечно же, обязательно труды нашей команды, это когда наши директора тоже хотят стать драгоценными, и это, конечно, низкий вам поклон, дорогие коллеги, потому что такой рост дает только сплоченность, только сила, только энергетика, когда вы приводите на проект новичка, и вам нужно просто открывать ему задание, и вам нужно просто отконтролировать, чтобы он посетил первые 10 вебинаров, это, конечно, проще простого. Раньше, 3 года назад, такого не было. Мы реально с вами уставали, но сейчас, если посмотреть на наше обучение с другой стороны, все стало намного проще. Спасибо, Галечка, большое. Ну, корону я, конечно, одену и зазвездюсь, когда у меня будет. Так, сколько там на генеральном партнере бриллиантовых веток? 30. 30 бриллиантовых веток вот у меня будет и зазвездюсь. Вот. Ну что ж, спасибо вам за внимание, спасибо, что вы все ко мне пришли. Надеюсь, вам было со мной интересно, надеюсь, я вас замотивировала. Я желаю каждому получить как минимум чек за старшего международного директора, как минимум, потому что вам вот эти все премии, которые будут перечисляться, вы себе купите и квартиру, и машину. Ну, на поездки тратить вам не придется, потому что вам компания все оплатит. Но, конечно, я вам скажу, что за 3 года мы это сделали вручную. Сейчас же вы можете взяться, сделать и делать, и делать, и делать, да, то есть вот у кого нет денег на рекламу, да, вот у нас не было денег на рекламу, и мы рекрутировали вручную, подключайте мужей, рекрутируйте сами, пусть вы за 3 года, ну, не откроете это звание, да, все-таки мы вдвоем росли, да, но пусть вы откроете хотя бы просто элитного директора, да, то есть половину объема, и то вам уже понравится ваши выплаты. Конечно, стремитесь обязательно на уровень элиты как минимально. Знаете почему? Потому что к элите уже совершенно другое отношение. Более уважительное, более приятное, более такое респектабельное. Да, не то чтобы нас свозили там, да, по Москве-реке, да, и все. Нас вывешивают на сайт, да, вы все вы видели раздел элиты, и там мы висим на сайте горделиво, да, и Коля, и Света Спиридонова, и я, да, то есть вся элитная команда Faberlic Online уже давным-давно висит на сайте. И, конечно же, самое классное то, что вот, допустим, на ассамблее, да, вот давайте возьмем пример просто ассамблею Faberlic международную, все там кушали за столами, да, то есть покупали обеды, а нас повели в ресторан. Нас повели в ресторан, в крутой, где были все блюда на выбор, и мы выбирали, что мы хотим покушать, первое, второе, третье, очень вкусный десерт, там чай, кофе, сок, что мы хотим, мы все это выбрали, понимаете, к элите совершенно другое отношение. И я, конечно же, вас зову в элиту, потому что, ну, круто это. Да, у меня, конечно, нет слов, потому что я расчувствовалась, все вспомнила. Роста. Рост – это наш рекрутинг. Рекрутируйте, и у вас все будет хорошо. Самое главное – это рекрутинг, ежедневный рекрутинг. Без разницы, вручную, спамом, брендом. Да, ну, бренд – это, конечно, отдаленное такое понятие, бренд. Если у вас есть результат, он у вас пойдет, да, месяца через 3-4. Но извините меня, за 3-4 месяца вы уже можете старшего директора, так же, как и мы с Антоном, открыть. А быстрый старт, сколько быстрых стартов на проекте? Сосчитайте, они все открыли раньше, чем 3-4 месяца. Поэтому
Сначала, конечно, нужно обязательно как можно больше рекрутировать и не сворачивать с этого пути. Всех жду на ассамблее в Москве. Очень хочу с вами встретиться, очень хочу с вами увидеться. Увидеться именно, чтобы вы минимально хотя бы были все на статус выше, чем сейчас. Кто еще не директор, открывайте обязательно директоров. Я вас уверяю, вам понравится зарабатывать дома свободное время, когда вам не надо никуда отпрашиваться, да, за кружечкой кофе, когда захотели кушать, приготовили, когда захотели, прибрались. Но рекрутинг — это железно 3 часа в день. Вот, поэтому обязательно растите, зарабатывайте, все получится, все будет. И вы, конечно же, увидите, как компания Faberlic относится к званиям повыше, как она восхваляет каждого лидера. Да, вы помните, в прошлом году Марьям Умарову с национальным директором тоже круто поздравляли. Кто помнит это видео? Когда она шла, а ей мужчины стояли в ряд на коленях, и каждый ей дарил розы. Да, то есть они стояли, она подходит, он вставал на колено и протягивал ей розы. Но это просто божественно. Вы представляете, как вообще к элите относится Faberlic? Ну, круто! Я считаю, что это круто. Поэтому всех зову на сцену за чеками. Вам понравится. А ваши наставники будут реветь от счастья, поверьте. Потому что все-таки, вот даже тут и то есть плюс, да, работа по найму, когда вы становитесь директором, вас пытаются подсидеть, а тут у нас сетевой маркетинг, да, мы друг друга аж за уши тащим, расти, получай больше, да, и мы будем рады. Ну что ж, всем пока, всех целую, вопрос вижу один. Вы в чат пишите новичку. Ну, первое время каждому в личку могу писать. Потом уже пишу просто в чат. Но в чате они часто не читают. Ириночка, в чате не читают. Но вот сейчас наших новичков нынешних я прям затаскиваю. Я пишу, во-первых, через сообщество Faberlic. Во-вторых, пишу оповещение в группу в свою, да. То есть, в-третьих, я пишу в личку. Ну, могу кого-то, может быть, пропустить, но они уже сами знают, что, допустим, в 18:00 есть вебинар. Туда нужно зайти, взять ссылочку и нужно посмотреть. Да, то есть, и, конечно же, обязательно в чате. И обязательно директоров, в чате директоров даже. Я пишу с утра или кто-то пишет с утра, что будет сегодня вебинар. И обязательно перед вебинаром минут за 15 я опять напоминаю директорам, что сегодня вебинар, пожалуйста, разошлите по своей структуре. То есть один раз разослать — это мало, люди забывают. А если вы за 15 минут до вебинара разошлете еще раз, то тогда, конечно же, ваши новички будут более менее забывчивые, то есть, да, и более обучаемые, если они пойдут на вебинар, на живое обучение. Вам огромное спасибо, что пришли, Ириночка. А я еще помню, как я случайно ей приглашение послала, она мне данные выслала. Да, такое, кстати, бывает. И я сейчас в соцсети на свои вебинары, которые открытые, да, которые там не топовые, никакие, я всегда выставляю, делюсь, что я приглашаю на вебинар, вот начнется такого-то, да. И есть люди, которые заходят, которые сидят. И я видела девушку, которая задавала мне вопросы, а потом мне скинула 2 дня назад данные на регистрацию из моего поселка Мурыгина. Она говорит, я бы ни за что не поверила всем вашим картинкам, но когда я, говорит, зашла на вебинар и увидела, как вы 1,5 часа рассказываете, и я, говорит, вижу, что вы говорите правду, что вы не обманываете, что вы не пирамида, я к вам, говорит, захотела прийти. Вот оказывается, как все просто. Чем больше вы показываетесь народу, чем больше вы, да, то есть чем меньше вы стесняетесь говорить, разговаривать и вести, тем легче и лучше у вас рост. Я свои вебинары вела с 6%. И вам желаю. Нет, я не руководитель, я наставник. У нас тут нету начальника, подчиненного. Кто как хочет, тот так и растет. Да, такого нет, чтобы. Да, ну что ж, всех целую. Спасибо, спасибо, еще раз спасибо вам огромное за то, что вы ко мне пришли.